Ранее яровые, збожжевые и зернебобовые культуры посеяны в Беларуси больше, чем на 80% запланованных площадей. Господарки Гомельской области с работами уже справились. Сёлета площади под гэтые культуры складают амаль 120 тысяч гектаров. Зараз аграрии занятые сяубой кукурузы. Под зерни отведено каля 114 тысяч гектаров, под силос амаль 250. У господарках трех районов в области рыхтуются до посадки насенья бульбы.